Обычный день многодетной мамы Юлии Охотиной начинается в 7 утра. У нее 6 детей. Самой старшей дочке Маше 27. Самому младшему сыну Якову 1,5 года. А еще есть 14-летний Паша, 9-летняя Алиса, 7-летняя Аня и 3-летняя Марта. Всех надо накормить, собрать и развести по школам и садикам. Многодетной мамой Юлия мечтала стать с детства. У меня была только мама, и мне всегда так было одиноко. И всегда я завидовала, у кого есть братья, сестры, особенно братья старшие. Ну вот мне хотелось большую семью. По профессии Юлия художник, успела поработать и фотографом, и оператором на телевидении. Сейчас вот уже 12 лет в декрете. Вот, кстати, вот уже последние лет 10 точно я не стремлюсь ни к какому такому карьерному росту. Мне как-то хочется посмотреть, какие у меня дети вырастут. Ну вот пока я вижу результаты, конечно. Вот старшие дети у меня 27 и 14. Вот мне все устраивает. Хоть дел хватает и дома, Юлия активно участвует в волонтерской деятельности. Вместе с членами общественной организации многодетных семей «Наше будущее» она помогает другим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. А также третий год участвует в неделе доброты и щедрости. Многодетной семье вообще всегда надо помогать, потому что не бывает такого, что у них все хорошо. У них бывают сложности с одеждой, с продуктами. Находит Юлия время и для творчества. Вместе с дочками они шьют, вяжут, рисуют, участвуют в мастер-классах. Говорит, хоть быть многодетной мамой и нелегко, но она счастлива. Вообще не жалею, ни одной секундочки. Вот даже когда очень тяжело. Когда все кричат, когда все болеют особенно. Дети – это не то, что было, да, это то, что будет. Несмотря на то, что Юлия уже бабушка, ее старшая дочка недавно подарила ей внука, она не исключает, что, возможно, в ближайшее время может снова стать мамой. Единственное, что огорчает – квартирный вопрос. В небольшой трехкомнатной квартире сейчас живет 9 человек. Как многодетная мама, она стоит в очереди на получение земельного участка и мечтает, что вскоре у ее большой семьи появится и большой дом, где всем хватит места. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.